Смотровая площадка Стегастейн, Стегастейн, в Ирландии, в Норвегии, или Орланд Лукаут – одна из самых оригинальных и необычных в мире. Подобно обустроенному на крыше отеля Marina Bay Sands самому высокому в мире бассейну, где создана иллюзия отсутствия барьеров между ним и городом внизу, здесь также постарались стереть грань между природой и человеком, который пришел на нее полюбоваться. Площадка из дерева и стали появилась в 2005 году с легкой руки архитектора Тодда Сондерса и выстроена на высоте в 30 метров от земли, но в 650 метрах над фьордом, одним из красивейших в Норвегии. Чтобы посетителю, как и в случае с небесной тропой на Большом каньоне, ничто не мешало наслаждаться живописными видами, у самого края площадки нет борта, только прозрачное стекло. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.